Добрый день! В этом видео я решил рассказать вам о экспертизе квартир, которая необходима для оформления продажи отчуждения недвижимости в Турции. Для того, чтобы заключить договор на экспертную оценку, вызвать эксперта, нужно обратиться в кадастровое управление, которое называется ТАПУ, так же как документ о праве собственности. Именно там сертифицированы специалисты, и там можно будет заказать. Стоимость экспертизы примерно 1500 турецких лир. Ну, максимально, скажем, 2000. Больше 2000 ваша экспертиза вряд ли будет стоить. Заказать экспертную оценку несложно. И в течение 5 рабочих дней, а то и раньше, протокол экспертизы будет готов. В нем будет указана рыночная стоимость квартиры, которую вы покупаете или продаете, оцененная экспертом. То есть будет установлена рыночная цена по сравнению с соседними домами, соседними квартирами. И вы получите реальную, очень даже реальную стоимость, не завышенную, не заниженную, а именно рыночную стоимость. Теперь я хочу остановиться на такой интересной теме, связанной с оценкой недвижимости. Это, как задают многие люди на YouTube-каналах, в комментариях задают вопрос, а как же агентство недвижимости может продавать дороже, дешевле, если вот эксперт оценил? Значит, только вот по этой стоимости, по этой сумме можно продавать. Как умудряются некоторые, как пишут клиенты, продать дороже того, что установил эксперт. На это я вам хочу сказать, что в принципе дороже никто ничего особо не продает. Существует покупатель, существует продавец. Продавец оценивает свою квартиру во столько, во сколько хочет, а эксперт дает оценку рыночной стоимости этой квартиры. А продавец, естественно, волен продать свою квартиру дешевле, если он считает, что можно продать дешевле, потому что ему для каких-то целей нужно срочно продать. В результате возникает разница. То есть продавец продает дешевле, допустим, 25 тысяч евро, продает квартиру 1+1. А экспертиза оценила эту квартиру по рыночной стоимости, например, в 35 тысяч. Таким образом получается вот этот самый зазор. 35 тысяч оценка, то есть максимальная стоимость, а клиент хочет 25 тысяч. Поэтому получается, спрашивают, как агентство продает дороже. Вот так и продает. 25 тысяч хотел покупатель, а продать реально можно по оценке эксперта за 35. Вот за 35 эту квартиру и продают. Поэтому получается то, о чем спрашивают. Как можно дороже? Ведь была же оценка. Вот виноват, скажем так, если можно сказать, виноват продавец. Таким образом, если продавец захотел дешевле, то вполне может агентство недвижимости или кто-то приобрести эту дешевую квартиру за 25 тысяч, а продавать уже по реальной цене, которая 35 тысяч. И в этом нет никакого абсолютно нарушения или чего-то неправильного, как некоторые говорят. Потому что никто не заставит продавца продавать по рыночной стоимости. Хочет продать дешевле, пожалуйста, продавай дешевле. Но после того, как купили эту квартиру и решили второй раз продать по рыночной стоимости, опять никто продавцу не помешает. Купил за 25, продаю за 35. Какое кому дело? Это мое личное дело, моя личная квартира. Надеюсь, я ответил на вопросы тех, кто спрашивал, что такое экспертиза, где ее заказывать и почему квартиру якобы можно продать дороже, если экспертиза дала оценку этой квартире. Кто захочет покупать дороже, если в экспертизе указана конкретная цена. Надеюсь, вы поняли, что дороже никто не продает, а наоборот могут продавать.
продавать дешевле. Дешевле, чем указано в экспертизе. Поэтому эту дешевую квартиру покупают, а затем уже продают по реальной цене, которая указана в экспертизе. Для того, чтобы было все понятно. Ну, если непонятно, задавайте вопросы, отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго. До свидания.